Сидоний! Ну, наконец! Нет! Красивая игрушка, таящая столь великую мощь. Это устройство — дар самих богов хаоса. В нем ключ моей эволюции, моего возвышения до демонического бессмертия. Мои армии зальют звездные системы человеческой кровью. Ты снова сопротивляешься касанию. Только глубокая связь с варпом объясняет это. Ты скоро присоединишься к нам, брат. Нимирот убил Сидонии ради источника энергии. Ты сказал, что работа Инквизитора была ересью. Ты был прав. Что ты имеешь в виду? Нимирот хочет использовать источник энергии, чтобы трансформироваться в князя демонов. Чудовище! И как же нам тогда ему противостоять? Я убью Нимирота, когда он будет наиболее уязвим. Во время трансформации. Стерегите Сидонию, пока не прибудет апотекарий. Затем подключайтесь к атаке. Идти одному самоубийство. Или хуже. Мы знаем, что враг весьма заинтересован вашей связью с хаосом. Ты боишься, что я обращусь к хаосу? Нет, конечно. Но что бы ни лежало за вашей устойчивостью, это только на руку врагу. Почему? Возможно, эта сопротивляемость поможет вам сразить его. Я убью Нимирота или же достойно погибну в сражении. Если эта сопротивляемость проявит себя в бою, да будет так. Да будет так. Я должен попасть на орбитальный шпиль. Прощайте, капитан. Упорный труд занимает тело и отвлекает разум. Это благородное и достойное дело.
Он отделен, но все еще остается вражеским укреплением. Флот готовится к полномасштабному наступлению. Этого будет недостаточно, чтобы остановить силы хаоса. Я знаю. Удачи, Тит.
Ультрамарины, это капитан Тит. Капитан Тит, Тандерхок, копье Юпитера в вашем распоряжении, капитан. Я должен попасть на орбитальный шпиль. Пусть пилот идет на заход. Да, сэр. Докладывает отряд «Корвус Кровавые Вороны». Мы присоединились к флоту освобождения Убаки вместе с отрядом «Черных Храмовников». Обрушьте на них всю ярость, как в священной войне на Аврелии, и мы будем рады каждому кровавому ворону среди нас. Можете рассчитывать на это, капитан. Потом присоединитесь к атаке на Орду Демонов. И остановите всех, кто будет преследовать меня по пути к шпилю. Никто не сможет упрекнуть нас, Ультрамарин. Честь и слава, Кровавый Ворон! Не теряйте бдительность. Отбросить их назад! Эти отряды хаоса. Я
должен попасть на орбитальный шпиль. Господи! Докладывает отряд Солинус. Мануфакторий Нарзес под контролем. Хорошо. Какие будут приказы, капитан? Задержите силы хаоса здесь. Понятно. Все, что можешь, пилот. Я отвезу вас в глаз ужаса, если прикажете, капитан. Сегодня мы должны уничтожить шпиль, брат. Нет, брат. Воссоединись с нашими и обрушь на врага свою ярость. Это только моя битва. Да, сэр. Безумие меня не остановит. И тебе меня не остановить. Погружается во тьму!
устлали мой путь.
На твоих руках много крови, Немерод. За всех, кого ты убил. За Сидония. И ради Императора. Я прикончу тебя. Грозные боги хаоса, я Немерод, ваш вестник и воитель. Чтобы прославить вас, я сжег дотла тысячу миров. Вы дали мне задание вернуть этот осколок вашего могущества, и я сделал это. Рабыл же Императора, осмелившиеся посягнуть на него, пали от моей руки. Отдай. Я возвращаю эту темную реликвию вам. Я предлагаю вам этот мир и все, что есть в нем. И ожидаю обещанную мне награду. Ждешь встречи с богами? Я отправлю тебя к ним. Признайся, Тит. Сила хаоса в тебе. Она взывает к этой реликвии. Только вообрази. Ультрамарины завоевывают всю галактику. Во главе с тобой. Представь силу, которой ты мог обладать. Как раб хаоса? Никакие твои слова не заставят меня свернуть с пути чести. Я отомщу за гибель моих боевых братьев. Ты мне уже не соперник, Ультрамарин! Мне милость, исказите мою плоть, дабы я стал дьяволом. Покажите глупцу истинную природу силы. Пусть галактика запалает. Обращали взор к небу, капитан Тит. Вы открыли портал в царство хаоса, капитан. Наши легионы уже ринулись в него. Раб уже Императора пытался спасти эту планету от одного вторжения. Но взамен привел на нее другое.
ваши жалкие имперские части будут сметены с лица этого мира. Скоро в эту реальность переместится весь свой флот целиком. Твое дело безнадежно, Тит. За мной стоит воля темных богов. А за тобой у тебя нет никого. И ты умрешь здесь, один. Смерть моих слуг ничего не изменит. А я недосягаем. Боги хаоса защищают меня энергией, что сотворило все сущее! Ты забыл, Немерод? Мне теперь тоже знакомо касание варпа. Присоединишься к нам, брат. Смотрите, Ультрамарин. Вы спасли этот мир. Теперь я знаю, что ультрамарины тоже люди. Более чем, лейтенант.
Здесь проклятая инквизиция. Его раны происходят от хаоса. Вы уверены в своих словах? Капитан Тит подвергся порче хаоса, инквизитор Тракс. Я не еретик! Ложь! Только агент хаоса мог выстоять перед излучением варпа. Я уничтожил демона! Но помогли ли вам темные силы? Мы должны знать, вы отправитесь со мной, капитан. Или инквизиция вынуждена будет признать, что порче подверглись все ваши ультрамарины. Уж не говоря о тех, что стоят рядом с вами. Это пустые угрозы. Не слушай. Инквизиция уничтожит тебя, Мира. А на ультрамаринов ляжет пятно вечного позора. Оставьте лейтенанта и моих братьев в покое. Я с вами. Я сам не знаю, почему я сопротивляюсь касанию хаоса, но клянусь, что узнаю правду. Мы все узнаем правду, космодесантник. Кодекс Астартес не оставляет места для сомнений. Нельзя без последствий соприкоснуться с варпом. Кодекс Астартес — это свод правил. Они направляют нас, ультрамаринов. Они учат нас превыше всего ценить долг и честь. Но подлинное испытание космодесантника — как он живет с этим. А ты его провалил.
Thank you.